район Займища, значит, на которых приезжают купальщики, оставляют возле берега, потом пьют и тонут. Но без читайте. Этого же мне не надо читать, я знаю. Да. Вот кто маленький, дети пусть берут. Вы можете ездить в зеленый дом, там Кельнодольск, но не оборудовано. Здесь нет спасателей. Детишки здесь купаются. Четыре пляжа. Мы что, поедем отсюда с дачи, поедем купаться в город? Рекомендовать, где купаться. Но однозначно это на оборудованных местах. Потому что мы же не просто так ездим, мы же беспокоимся за вашу жизнь, за жизнь ваших детей, если вы это. Это уже не мы, МЧС не оборудует, оборудует администрация. Значит, вам надо обратиться в администрацию. Хотя бы одно обращение от вас было, от кого-то. Обращайтесь, если сделано. Нам никто не запрещал. Кто же там купальщик будет? Такие рейды мы проводим практически ежедневно. Особое внимание уделяем, естественно, тем дням, когда люди наиболее активно уходят на даём. Это суббота, воскресенье. С начала года погибло 49 человек, из них 46 с начала купального сезона. В основном люди гибнут как раз в состоянии алкогольного опьянения в тех местах труднодоступных, на которых они проникают на личном автотранспорте, затем употребляя спиртные напитки, и потом уже идут, как говорится, в воду. В основном люди гибнут как раз в состоянии алкогольного опьянения в тех местах труднодоступных, на которых они проникают на личном автотранспорте, затем употребляя спиртные напитки, и потом уже идут, как говорится, в воду.